Добрый день. В эфире программа «Золотые лекции». С вами академик Олег Германович Ульянов. Мы с вами находимся в стенах древнейшей столичной обители, в знаменитом Сретенском монастыре, поскольку тема сегодняшней лекции у нас очень удивительная. Это первые русские святые. Вот почему и место съемок именно монастырь в Москве, и память о первых русских святых у нас должна сегодня отмечаться особо. Дело в том, что в этом году исполняется 950 лет перенесения честных мощей святых мучеников Бориса и Глеба. Слава Богу, что память эта может отмечаться уже открыто, свободно, но еще треть века назад, к сожалению, покровители нашего государства, первые русские святые, святые мученики, родные братья Борис и Глеб, они, конечно, не могли поминаться открыто. Вспоминаются строки поэта: «Якорь юдоли людской, памятник Борисоглебский, вокруг ни единой детской, мы все родились под Лицкой». Конечно, для каждого народа, для каждого государства отрадно, когда есть у него небесные заступники. Тем более, что и для нашего государства этими заступниками стали сыновья основателя государства, Владимира Святого, получившего звание крестителя. Его народ любовно называл «Красное солнышко». И, конечно, Владимир, создавая государство, он возлагал надежды и на своих родных сыновей Бориса и Глеба. Чтобы немножко представить, каково было почитание Бориса и Глеба, и почему именно они пали жертвой братоубийственной войны, давайте вспомним, что произошло в момент крещения Руси. Раньше принято считать, что крестился Владимир, затем киевляне, и не отмечалась сама важность данного события с точки зрения мировой истории. Дело в том, что крестился Владимир сразу после брака с византийской царевной Анной, сестрой императоров Василия II и Константина. Надо сказать, что руки Анны, будущей матери Бориса и Глеба, искали многие европейские монархи, но она предпочла именно Владимира. И после брака с ним был совершен не просто обряд восшествия на престол, но было совершено миропомазание и венчание на царство. То есть Владимир Креститель принимал не только свое личное крещение и крестил страну и народ, но и вводил свое государство в систему, в дружную семью всех европейских монархий. Дело в том, что если бы он принял крещение от руки Константинопольского иерарха, то, конечно, даже с точки зрения церковной, Россия, Русь вошла бы в церковное подчинение в юрисдикцию Константинопольского патриархата. Но в результате сложной договоренности дипломатически, в результате того, что император Византии испытывал страшную нужду в войске, которую мог предоставить только Владимир, то пошли на беспрецедентный шаг впервые в своей истории византийский император. Отдали первородную дочь Анну замуж за другого, не греческого правителя, а именно Владимира. И если бы крещение произошло в Константинополе, как до этого крестились другие языческие правители, приезжавшие в Константинополь, то, конечно, и в этом была бы зависимость уже от Византии. Но Владимир выбрал для крещения Корсунь, Херсонес в Крыму, которая уже известна была тем, что там совершалось миропомазание и венчание на царство от руки представителя Антиохийского патриархата. И здесь, как стало недавно известно по новейшим источникам, также прибыл митрополит Эфесский, который был местоблюстителем Антиохийского патриархата. И его, он прибыл в патриаршем Сакосе. Перед ним есть Дивам Во, отличительный знак патриарха. Это записано в агиографических памятниках, в житии Владимира. И таким образом было совершено не только крещение, но и венчание на царство Владимира Святаго сразу после его брака.
И, конечно, рожденные в браке дети, а это был первым Борис, примерно в 990 году он родился, и Глеб, младше него, они были прямыми законными наследниками уже по престолу наследию. До этого в родовом обществе было признано, что наследником становился старший сын. Здесь же, поскольку был совершен совершенно уникальный обряд венчания на царство, то становились наследниками именно царские дети. И как мы знаем из житийных памятников, Бориса называли, что он цесарским венцом от юности уже был украшен. То есть уже он именно считался наследником отца, как будущий владетель всего нового государства. Именно это, кстати, послужило и причиной того, что именно Борис и Глеб были жертвами, стали первыми жертвами братоубийственной вражды, поскольку только у них было право по рождению от законной византийской царевны, в отличие от их, от братьев Святополка, Ярослава. И принято считать, к сожалению, что Борис и Глеб, они безвинно сложили свои главы, как некоторые говорят, без боя сдав страну, без боя отдав престол своему старшему брату. Но здесь нужно сразу отметить, что Борис вовсе не был робкого десятка. Он воспитывался в строгом благочестии. Как известно по житийным источникам, он знал наизусть жития святых, богослужения. И, конечно, он был приукрашен и воинской добродетелью. Напомню, что его отец Владимир доверял ему свое войско, посылая против врагов. Что же произошло накануне убийства Бориса? Дело в том, что за полгода до этого Владимир занемог. Известие об этом было широко разлетелось, и, конечно, возрадовались некоторые враги. Дело в том, что перед этим был раскрыт заговор, в котором участвовал сын Владимира, брат Бориса и Глеба, Святополк. Он был женат на дочери польского князя Болеслава, и вот Святополк, его жена полячка и ее духовник, они были схвачены Владимиром и заточены неподалеку от Киева в Вышгороде. Это 15 километров от Киева. То есть Святополк на момент смерти отца был в заключении. Как удалось установить по источникам, чтобы выманить Бориса вместе с войском из Киева и застать уже престол с обессиленным от болезни Владимиром, пустили весть о подходе печенежского войска. Дело в том, что печенеги были постоянными врагами Киева, постоянно нападали на державу при Владимире, и с ними был заключен мир лишь в 1008 году, когда в качестве заложника Владимир послал своего старшего сына Святополка. То есть тем самым Святополк как бы был очень близок к печенегам, имел с ними прямую связь, и когда занемог Владимир, то сам удобным поводом стало как бы наслать войско печенегов с тем, чтобы выйти им с отпором высшего войска Владимира. Так и случилось. Весть пришла в Киев, что двигаются печенеги. Владимир посылает Бориса со своим войском. Но оказалась весть ложной. То есть как только удалился Борис с войском из Киева, оказалось, печенегов и след простыл. В это время, к сожалению, и отошел ко Господу 15 июля 1015 года и сам Владимир, основатель нашей державы. И вот данные обстоятельства, конечно, были очень трагичны. Весть о смерти основателя государства, царя Владимира Боговенчанного, она была скрыта от окружения, была скрыта от близких. Его тайно ночью в ковре спустили, разобрав клети, и как тати в ночи на санях перевезли в основанную десятинную церковь в Киеве. То есть скрыли весть о смерти Владимира Святого даже от его родных сыновей. Глебу Святополк послал ложное известие, что его Владимир зовет в Киев, будучи больным, скрыл смерть отца. А Ярослава, который в это был в Новгород, сообщила лишь Предслава, сестра, о смерти их отца. Таким образом, полностью было совершено вот это драматическое, совершенно таинственное обряд, тайны похороны Владимира.
Об этом, конечно, Борис не знал, что отец погиб. И Святополк смог беспрепятственно войти в Киев и воссесть на княжеский престол. Конечно, это было незаконным, поскольку воссесть на престол Святополк мог только с благословения высшего иерарха, то есть главы церкви, тогда это был митрополит киевский. Мы знаем по целому ряду памятников, в частности, по нумизматике, что Святополк стал выпускать свои серебряники в подражание Владимиру, где вначале изображал себя как с некими такими тоже царскими регалиями, как у Владимира. Но впоследствии Святополк он уже утратил право на регалии, и на поздних чеканке уже времени Святополка царские регалии, которыми приукрашен был Владимир, все это отсутствует. Какая дилемма стояла перед Борисом? Конечно, он мог со всем войском двинуться против старшего брата. К этому понуждала дружина. Но Борис, зная, чем это грозит, и будучи воспитанным в христианском благочестии, почитая и отца, и братьев, конечно, он не мог пойти на такой шаг, и он отказался от призыва дружины. В результате дружина покинула Бориса. И дабы не искушать в этот момент жителей Киева и самого Святополка, Борис решил удалиться, но Святополк послал к нему убийц. То есть тайно Святополк хоронит отца Владимира Святаго, скрывает его смерть от братьев и тайно подсылает убийц к Борису. Убийцы настигли Бориса во время, в субботу вечером, когда, как сказано, он пел за утреннюю. Это уникальное свидетельство, которое нам дано о географической памятке. Дело в том, что, собственно говоря, заутреннее и бдение – это было неотъемлемой чертой Иерусалимского устава, который только-только начал устанавливаться в православных землях в начале XI века. Отличительной особенностью этого Иерусалимского устава было бдение в ночь на воскресенье, та самая заутренняя, с пением трех антифонов первой кафизмы. Мы уже говорили с вами, что Борис знал наизусть православное богослужение, и убийцы, застав Бориса в момент его пения заутренней, не решились ворваться в шатер. Они позволили ему до конца прочитать весь чин вечерний и заутренний, и ворвались к нему уже глубоко ночью. Это был 24 июля 2015 года. Убийцы проткнули копьями шатер в Бориса, так же, как и Владимир, его отец. Он был завернут в ковер и тайно доставлен в Вышгород. Не в Киев, где был похоронен отец, а в Вышгород. И когда доставили тело Бориса, оказалось, что он еще жив. И Святополк приказал двум варягам пронзить мечами, добить Бориса окончательно. Он был погребен, его тело положено у церкви Василия в Вышгороде. 24 июля 2015 года – это смерть Бориса. Это первый праздник, наш православный праздник, который вошел в миссию слов. Первым праздником в календаре Русской Православной Церкви был именно Борисов день. Так его назвал не только Владимир Всеволодович Мономах, но даже новгородский писец Матфей, которому принадлежит служебная минея конца XI века. В этой служебной минее есть уже служба святым мученикам Борису и Глебу. Обратите внимание, именно мученикам, их иногда называют страстотерпцы. Но древнейшая служба посвящена мученикам Борису и Глебу, а в тексте самой службы идет речь о романе Давиде. Это их христианские имена были, Бориса и Глеба. Служба Борису и Глебу и написана именем, что его создал митрополит Иоанн, митрополит русский Иоанн. Создал службу Борису и Глебу. И вот тут возникают те уникальные аспекты совершенно первой русской канонизации, которую нам с вами сейчас нужно будет к ней прикоснуться, и мы должны с вами ее раскрыть. Как же произошло прославление Бориса и Глеба? Ну, Глеб, конечно, также удалился, узнав о смерти брата. Он также не стал, так сказать, приглашать дружину и был застигнут убийцами уже, как предполагают, на Смедыне. Если в случае с Борисом мы знаем всех убийц поименно, они имеют такие имена не христианские, как бы пришлые, то Глеба, брата Бориса, убил его повар Торчин. Он его зарезал, как некоторые предполагают, даже отрезал голову. И тело Глеба
который был убит 5 сентября 2015 года, был доставлен в Вышгород и похоронен рядом с Борисом. Надо сказать, что обстоятельства этой смерти были, конечно, окутаны тайной. Мало кто знал о подлинных обстоятельствах убийства, и поэтому Святополка долгое время считали невиновным, тем более, что он находился на престоле, и все узы правления были в его руках. Как мы знаем, Святополк призвал на помощь своего тестя Болеслава, польского князя, на дочь которого он был женат, и вместе с Болеславом в 1018 году вошел в Киев. Святополка и Болеслава, польское войско, вместе с наемниками встречал архиепископ, как сказано, того града Киева, и 9 дочерей Владимир, 9 сестер Бориса и Глеба. То есть на тот момент Святополк вошел беспрепятственно, и, как мы видим, его никто не воспринял как убийцу. Он смог воссесть опять на престол в 1018 году, и об этом мы знаем по хронике Титмара Мирзербургского, который буквально получил свидетельство от очевидцев о том, как происходило данное событие, и чин интронизации Святополка на Успение в Десятинной церкви в Киеве, там, где и покоился в мраморном саркофаге Владимир Святой. Таким образом, на этот год, на 1018 год, спустя 3 года после убийства Бориса и Глеба, никто не воспринял Святополка как убийца. Лишь только когда Ярослав смог одолеть Святополка и провести должное расследование, были установлены и имена убийц, и все обстоятельства чудовищной смерти. Конечно, Ярослав и вся правящая династия, они воспринимали Бориса и Глеба как мучеников за веру. И в данном случае Борис, воспитанный именно в православном богочестии, он поступил по вере, то есть он не поднял оружие против родного брата, в отличие от Святополка, который завязал братоубийственную вражду и стал как раз тем Каином, который убил своего брата Авеля. И вот, конечно, подвиг Бориса и Глеба стоит в том, что они в самом начале истории российской государственности, они не взяли на себя кровь и вражду, зная, насколько это будет иметь далеко идущие последствия, и смирились с тем, что Святополк, он, так сказать, стал узурпатором престола. Но Святополк, понимая, что его шансы удержать престол ненадежны, пока живы цесарем, как называли Бориса и Глеба в житийных памятниках, когда жили царские сыновья Бориса и Глеб, конечно, он решил с ними до конца разделаться. И таким образом, в самом начале истории нашего государства лежат целые драмы исторической, братоубийства Бориса и Глеба. Но они стали первыми святыми. Действительно, преодолеть эту кровь, победить зло, которое, казалось бы, стало неминуемо править на русской земле, можно было только путем прославления. И Бог прославил своих святых уже тем, что Борис и Глеб стали чудотворить. Стали совершаться чудеса в Вышгороде, уже пока они еще не были прославлены. Эти чудеса стали известны и князю, и правителю, митрополиту Иоанну Русскому. И как мы знаем, что была сгорела церковь Василия, но вся утварь церковная, иконостас остался цел. Уже этот факт сочли чудом мученика Бориса и Глеба. И, конечно, решено было при строительстве нового храма перезахоронить освятительствовать мощи. Что произошло? Прибыл, как мы знаем по источникам, митрополит Иоанн вместе с Ярославом Мудрым, были вскрыты мощи и обретены нетленными. То есть уже было чудо в том, что было нетление мощей Бориса и Глеба, и при их изнесении в часовне, которая стояла над их могилами, было допущено богоухание. То есть были все основания к тому, чтобы прославить Бориса и Глеба. Но были некие препятствия, связанные с тем, что Святополк, который уже был ясно, что он был братоубийца, он был приемным сыном Владимира, а отцом его был Ярополк, язычник. И что совершает Ярослав? В 1044 году совершенно беспрецедентное было совершено деяние. Были выпалены кости братьев Владимира Святого, Ярополка и Олега, и перезахоронены под спудом в Десятинной церкви. Они были крещены, эти кости. То есть после смерти кости были крещены, дабы уже, так сказать, не считать
то, что братья Владимира были язычники. То есть мы видим по этому факту, что уже в 1044 году готовилось прославление Бориса и Глеба, но свершиться оно могло лишь, конечно, при должном освидетельствовании. Это свидетельство произошло при участии митрополита Иоанна. О нем, конечно, мало отдалось известия, но есть его печать с написанием митрополита Иоанна Русского. И уже на тот момент, конечно, русская церковь утратила свою автокефалию, которую она имела изначально с воцарением Владимира Святаго, и должна была спрашивать Константинополь. Весь чин, который был совершался первой канонизацией на Руси, конечно, происходил с участием Константинополя, куда обратился митрополит Иоанн Русский. Служба была первая составлена на греческом. Об этом мы с вами знаем из канона Борису и Глебу, где главы, то есть первые буквы стихир имеют указание на греческий стих. То есть сама служба была на греческом, и о том, как это имело место, мы знаем по поздним источникам. К сожалению, как происходили первые канонизации в русской церкви, это совершенно неизведанная область знания, но лишь сохранившиеся источники 14 века позволяют понять, как прославляли Бориса и Глеба. Во-первых, мощи поспосаны были в Константинополь, и для них была написана икона, помимо жития и службы. Служба, я напомню, составил имя митрополит Иоанн Русский. О том, что в Софии Константинопольской находилась икона Бориса Глеба, мы с вами знаем из свидетельства паломника Добрыни Ядрейковича, будущий новгородский архиепископ Антоний, который около 1200 года видел в Софии Киевской на правой десной стороне, то есть на южной стороне, огромную великую икону Бориса и Глеба. И с этой иконы, как он писал, писцы имеют, так сказать, как бы используя в качестве образца, то есть брались копии. Вот эта огромная икона была написана тоже к прославлению Бориса и Глеба, которая имела место в Софии Константинопольской. Подобная икона сохранилась в Киевском музее, она сейчас датируется по радиогротному анализу доски началом 13 века Бориса и Глеба, огромная икона, где были переданы портреты и черты Бориса и Глеба. О Борисе мы знаем, он был убит коварно братом Святополком примерно в 25-летнем возрасте, будучи женат, но детей не имел. Источники сохранили его описание, что он был высок ростом, широк в плечах, добр взором, умен и очень искусен в беседе. Глеб был более юным, поэтому изображался вообще без усов, без бороды. И портретные черты, конечно, передают самые первые иконы. Почему? Потому что, я напомню, мощи были обретены нетленными. И с них, конечно, они были использованы в качестве образца для написания иконы. То есть первые иконы, это буквально первые портреты Бориса и Глеба, доносят посмертные самые близкие изображения. Итак, Борис и Глеб были прославлены в Константинополе. Они были частично мощей перенесены туда, была составлена служба. И это произошло, судя по всему, в правлении митрополита Иоанна Русского, то есть до того, когда занял уже митрополитический престол Илларион, знаменитый Илларион. В его слове о законе благодати нет ни слова о Борисе Глебе, но у другого автора, его современника Иакова Мниха, в памяти похвале Владимира Святого упоминаются святые мученики Борис и Глеб. Обращаю ваше внимание, именно святые мученики Борис и Глеб, а Иаков, он создавал свои сочинения именно в 40-е годы 11 века. То есть мы видим, что первая канонизация Бориса и Глеба состоялась в 40-е годы 11 века, и об этом позволяет судить уникальная археологическая находка. Дело в том, что в 1999 году в Троицком раскопе в Новгороде была найдена уникальная берестяная грамота. Она найдена в слое 50-х годов 11 века, то есть середина 11 века, и в этой грамоте упоминаются святые Борис и Глеб. Это удивительная находка, поскольку, во-первых, это самое раннее упоминание, помимо письменных источников Бориса и Глеба, как святых. И упомянуты они были в общем перечне святых вслед за Петром и Павлом, Козьмой и Дамианом, святого отца Василия. Вот этот чин поминовения, мы видим, указан, в нем содержатся все памяти июльских святых. Петр и Павел, Козьма и Дамиан и Борис и Глеб, то есть 24 июля, с отцом Василием. Это уникальный памятник середины 11 века, показывает, что уже к этому времени Борис и Глеб были канонизированы. То, что у нас с вами в другом памятнике новгородской письменности
остальным Евангелием, которое датируется 1056 годом, нет памяти Бориса Глеба, вовсе не говорит, что против данной представление, что Борис и Глеб были же канонизированы. Дело в том, что «Астромир Евангелие» было переведено с греческого источника, а составленные на тот момент греческие службы Бориса и Глеба, конечно, не имели еще широкого хождения в русской церкви. Таким образом, Борис и Глеб были прославлены как мученики, и об этом мы с вами имеем свидетельство еще в одном уникальном памятнике в прологе Суржского, то есть происхождение из Судака в Крыму, начала XII века. Там упоминается в памятях новоявленные мученики Роман и Давид, то есть Борис и Глеб, их христианские имена. Вот эти свидетельства, новоявленные мученики, нам с вами дают историческую параллель с тем, как были прославлены в XIV веке другие мученики, литовские, которые были казнены в 1347 году в Литве. Спустя 27 лет они были прославлены патриархом Филофеем Кокинасом при участии митрополита Киприана. Мы с вами сейчас находимся не случайно в Стретьевском монастыре, потому что он основал этот монастырь, и святитель Киприан причастен к прославлению новых литовских мучеников. И эти он перенес частичку мощей в Константинополь. Об этом мы знаем досконально из слов похвального Михаила Вальсамона, о том, что своими блаженными руками патриарх Филофей взял эти мощи, была составлена служба новым мучеником литовским, и они были прославлены Софией Константинопольской вместе с написанием иконы и службы в 1375 году. Затем мощи вернулись, были возвращены на Русь и были широко почитаемы. Об этом мы с вами знаем из того, что патриарх Филофей послал свой дар нашему преподобному Сергию, игумену земли Русской, Сергию Радонежскому. В этом кресте патриарха Филофея были мощи, как сказано, надпись «Новых мучеников литовских». То есть та же самая надпись, как и относительно мощи Бориса Глеба, новоявленные русские мученики Романа Давид. Вот благодаря этому источнику XIV века мы можем представить с вами, как происходила канонизация в XI веке Бориса и Глеба, и участника, подчеркиваю, мы знаем с вами, составителем службы, инициатором был митрополит Иоанн I Русский по просьбе Ярослава Мудрого. Настолько стало широко известно уже почитание этих братьев во всех славянских землях, что в описании ризницы знаменитого чешского монастыря Сазавского в 1095 году уже упоминают святые реликвии Глеба и же с ним. То есть мощи Глеба и Бориса уже были даже в чешском монастыре, это упоминание 1095 года. Таким образом, мы с вами имеем совершенно уникальное свидетельство о том, что наше государство возникло не только благодаря инициативе Владимира Святителя, который крестил Русь, который был боговенчан, был миропомазан, который основал автокефальную киевскую митрополию, но и, конечно, свидетельством самостоятельности этой митрополии стали первые святые. Дело в том, что наличие собственных святых – это, конечно, отличие каждой церкви. И то, что наши первые святые стали именно мученики, погибшие от руки брата, накладывает особый отпечаток на всю дальнейшую канонизацию. И не случайно именно мученик Борис и Глеба считали покровителем русской земли, не только по их чудесам к ним обращались за исцелениями, но они к ним всегда обращались и наши военачальники. Мы знаем с вами из свидетельств жития Александра Невского, что именно он их призвал на помощь Бориса и Глеба, и было ему видение в его походах, в его битвах на Чудском озере. И даже Дмитрий Донской к ним обращался в IV веке к Борису и Глебу. То есть Борис и Глеб, они, казалось бы, претерпев мученическую кончину, они одержали победу, несокрушимую победу, обеспечив и победоносное строительство русского государства. С вами была программа «Золотые лекции». Ее вел академик Олег Германович Ульянов. Оставайтесь с нами и следите за дальнейшими лекциями.